Вот я пришел посмотреть, как братья работают. Володя тут переворачивает наши сваи, а Никита Колесников мажет. Это на второй раз повторно, чтобы хоть маленько пропитать. Да. Как мы их будем брать в руки, это интересно. Ну, на вдвоем. Перчатки. Такие рукавички. Все, больше последний раз мажете, больше не будете мазать. И те бы хотя бы по разу все намазать. Вот эти лежат, которые. Все, босиком все. О, пожалуйста. Решил попроведать. Я записал, сходил. Она позвонила мне, я ей выговорил все это. А там девчонка-то не маленькая, бегает уже. Я говорю, ритм жизни менять из-за ребенка – это неслыханная вещь. Когда ребенок не болеет, ничего, и что спит он, ну и что спит, зачем спит днем? Ну, короче, так. Так, вон то лежат-то, их когда будете мазать? Она второй раз ту промазала. Ну да, промажьте тогда, может эти не мазать, а прямо на второй мостике перемазать. Эти? Да. Ну, чтоб, да, чтобы не мараться. Не мараться тогда, то далеко, машины запачкаем. Вот надо это все убрать с дороги. Прям вплотную туда. Давайте. Ну вот как думаю, ну не знаю, если человек 8-10 надо будет здесь. Саманить сразу одновременно вон до того берега. Саманить. До поворота. Ну и здесь. Видите, какая копна. Потом отсюда я не знаю как, на тележке или как на второй мостик перевести вот это. Часть оставить, а часть перевести. Чтобы коров не гоняли. Тут такие связки. Вымя оторвет сразу. Вот везде по две проволоки внизу лежат, натянутые за столбы. Примерно вот в этом уровне и будет идти сваи. Потом их отпиливать надо будет. Какая глубина. Сверлить надо будет. У меня что-то не ладится, это Никита, с Word'ом. Вдруг перестала писать Word. Надо посмотреть, зайти. Ни ролики подписать не могу, ничего. Где-то что-то я задел. А что задел, не знаю. А может, даже умышленно нажал. В Word'е письмо писать не могу. Тебя жду. Первая? Ну ладно. Я, наверное, сейчас займусь вот этими вот их в сторонку убрать чуть. Три велосипеда. Там я все проверил. Вот с этим надо сравнять, уровень поднять. Если уровень поднимем здесь, тут вода, воды будет больше. Лог. Это в том направлении, в другом. Вот его объезжаем вон у той рощи. Роща там.
той стороны объезжают. Лог там только начинается. Вот какая работа идет. Кто посмотрит и скажет, бедность стопроцентная. Да это вплотную уже не, может быть и не надо. Чего вплотную? Ну там-то может быть обрезать будем. А-а-а. Ты машь только вот эту, там оставляй сантиметров 20, держать ему, руки не задевай. Мне боязно смотреть даже. Сантиметров 20 там не задевай. Главное вот эта подводная часть.